И в завершении выпуска о погоде. 23 июля по области без осадков. Ветер западный и северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, на юге до 23. Днем 27-32 градуса со знаком плюс. Сильная жара до 37 градусов на западе и юге региона. В Актобе переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15-17 тепла, днем 28-30. 24 июля на западе, севере и в центре области возможно сильный дождь и град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14 метров в секунду. В ряде районов порывы могут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, на юге плюс 23, днем до 30 тепла. На юге воздух прогреется до плюс 33. 25 июля ночью 13-18 тепла, на северо-западе области плюс 10. Днем ожидается 23-28 тепла, на севере региона до плюс 20.